Чудо конфета. Жил-был Иванушка, и была у него царевна Мармеладка. Звали ее так потому, что она ела конфеты. Как-то раз попросила она: «Переведи чудо конфету». И поехал Иванушка в обор. И полетела на море. Он нырнул в это море. И нашел в песке конфету волшебную среди ракушек. Прилетел обратно. Отдала ее Мармеладке. Говорит: «Спасибо, Иванушка, мне так нравится эта конфета. Наверное, поеду-ка я замуж за тебя». И они поженились и жили долго, красиво и счастливо, как никогда. Конец.